это место, к которому наука Каббала хочет привести меня, к духовному. Что это такое? В тех килим, чтобы я понял. Как, что такое духовное? Мои ощущения. Духовным называется постижение корня, источника всей реальности. Это называется духовным. Источник реальности? Есть такое. Когда источником называется, что до всей реальности это существует, и это является источником всего существующего, всего, что есть вслед за ним, и к этому источнику мы и приходим. А каббалист, учитель, который объясняет мне это, он связан с этим источником? Иначе как же он может быть учителем? А я пока еще не связан с этим источником. А желание есть, поэтому ты и можешь быть учеником, а без желания не может быть здесь никакого ученика. И есть обещание у меня, что я достигну этого источника. Вообще, наука Каббала объясняет человеку. Ну, как Каббала говорит, что все придут к этому источнику. Это есть в этом уверенность на 100%, но ты можешь идти. Если ты хочешь прийти, оставайся, если не хочешь, уходи. Если ты хочешь идти вместе с нами, пожалуйста, если не хочешь прийти, а вместе со всеми этого достичь, приходи потом, когда тебя снова пригласят. Есть путь Торы, путь страданий, но все придут к источнику.